Все, у вас закончилось? Да, у нас закончилось. Суть игры, чей шар попадет ближе вон к тому черному шарику. Да. Оп! Отлично. А что? Подожди. Проехал просто в ворота и все, а что? Подожди. А что? Так, господа просили показать море. Вот специально поднялся тут на третий этаж. Место это такое, типа, как терраса, что ли, огромная, шикарная. Тут кафешка, но она почему-то сейчас не работает, получается. Вот. Если так посмотреть, вот вчера концерт был вон там, вот сцена. Вон где зеленый чувачок идет, поливает слейки, который вот там примерно на втором этаже моя комната. Вот. Здесь так можно посидеть, тут тоже сцена выступает. Так вот весь отель выглядит. Шикарно. Самолет. Там горы. Очень большие. Прям, я не знаю, если их вот так вот увеличить. Прям гигантская пустыня, горы, везде все. Я, наверное, вот туда, как раз в ту сторону на экскурсию поеду послезавтра. Завтра я только ночью вернусь из Каира. Получается, сегодня выезжаю в 22. Вот. Вот отель Лида, который я тоже рассматривал. Я в него сначала хотел, потом решил в этот. Вот два отеля, они рядом прям, грубо говоря, горой. И получается, здесь вот, вот оно, наш побережье, залив. Тихая бухта, гавань. Получается, если смотреть относительно так, то море, оно вон там, он тоже там все горы, получается, вон там у моря, тоже вот там горы, аэропорт в той стороне, я вот где-то вот на той мечети где-то там приземлился, и вот так вот, вот так вот, вот так вот, получается, так вот объехал через те горы, был в том районе, потом меня сюда завезли. Вот дорога, я куда хожу, по магазинам, тут вот. Еще в старый город хочу съездить, но это потом, получается. Здесь получается вот два бассейна, один подогревом, детский маленький, и потом большой бассейн. И вот так вот море у меня получается, шикарно. Сейчас испытаем масочку, пойдем, заодно чехол, который меня Евгений тоже за бешеные бабки уговорил купить.